Еще в марте этого года президент России наградил генерального директора компании «Мостострой-11», депутата Тюменской областной думы Николая Руссу орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени за строительство Крымского моста. Этот факт общеизвестен. Но после торжественной церемонии во время неформального общения состоялось еще одно интересное событие. Николай Александрович подарил Владимиру Путину буклет, посвященный 10-летию Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». Естественно, диалог между Владимиром Владимировичем, Николаем Руссу и вице-президентом Федерации дзюдо России Аркадием Ротенбергом дальше продолжился о любимом единоборстве главы государства и спорте в целом. Как это все происходило, мы попросили рассказать руководителя «Мостостроя-11». В Тюмени проходил чемпионат по дзюдо среди юниоров, где я присутствовал как почетный гость. И пришлось награждать победителей. И как раз Алина Сергеева стала чемпионкой России. Вручали ей награды, медали, кубок. А до этого я уже знал, что через 2 недели, после указа президента, будет проходить награждение. Что я буду в числе приглашенных для награждения. И когда Алине вручил награду, попросил: Алина, распишись. Увидел как раз в буклете, что она сидит рядом с президентом, с Владимиром Владимировичем Путиным. Я говорю: Алина, распишись и напиши слова для Владимира Владимировича. Она написала: Владимир Владимирович, спасибо за вдохновение, и расписалась. В том буклете 2 фотографии Алины. На одной она была запечатлена еще совсем маленькой рядом с Владимиром Путиным в 2010 году. А на другом фото, датированном 2019 годом, воспитанница ЦОП «Тюмень-дзюдо» на пьедестале почета на первенстве Европы среди юниоров. После награждения у нас была такая небольшая неформальная неофициальная обстановка. Я подошел к Владимиру Владимировичу, показал, что 10 лет назад открыли центр «Дзюдо», который успешно сегодня у нас в Тюмени работает, очень популярен. И многие молодые люди любят заниматься этим видом спорта. И показал, что девушка, которая сидела рядом с вами, стала чемпионкой России. Он полыбался, передал привет всем тюменцам, передал привет тюменским дзюдоистам и пожелал успехов не только в спорте, но и в жизни, потому что Тюмень сегодня известный город. В феврале 2010 года Владимир Путин прилетал в Тюмень на открытие центра дзюдо. Президент России прекрасно помнит тот визит. И об этом и был разговор, что вы открывали олимпийский центр подготовки. И как раз результат того, что проходит время, люди становятся чемпионами России, есть призеры олимпийских игр именно из Тюмени. Поэтому эта школа, она, наверное, как раз показывает то, что открытие таких центров дает результат. Компания «Мостострой-11» активно помогает спорту Тюменской области и не только дзюдо. В почете игровые виды, например, волейбол, хоккей. Мы не только помогаем, наверное, мы участвуем в спортивной жизни. У нас компания 45 лет в этом году исполняется, но персонал в основном молодой, средний возраст 38 лет нашей компании. Одна работа, естественно, люди у нас вовлеченные, работаем по всей стране, но спорт как раз он объединяет. И наши волейболисты стали чемпионами области, получили кандидатов в мастера спорта год назад. Мы участвуем в ночной хоккейной лиге и начали 2 года назад с последнего места, но сегодня уже в середине таблицы. Есть перспективы, мы поддерживаем хоккей. Есть другие виды спорта, где шахматы, где наши участвуют, опять же, спортсмены. Мы это поддерживаем, а позиция компании – это как раз та позиция, что, могу сказать, мы большая, одна большая семья.